Кино на ТВ Рус. Очень нравятся мужчины, которые зарабатывают, которые возят жену на отдых, занимаются воспитанием детей. Подожди. Вот такие мужчины мне нравятся. Я не зарабатываю, да? Я зарабатываю в 3 раза больше. Лиз, нам надо поговорить. Нам давно с тобой надо поговорить. Как думаешь, разведутся? Он маму боится больше, чем черную скалу. Мое последнее слово. Либо я, либо скалы. Я тебе клянусь, что это последние в моей жизни соревнования. Я уже отпуск на работе взял. Отпуск взял? А что, если у папы есть любовница, а скалы – отмазка? За старшего срока. Он тебя надул. Наверняка сейчас завалился какой-нибудь дамочке и жалуется на свою семейную жизнь. Ну а что ты предлагаешь? Заведи мужчину. Любовника? Тебе надо развестись с Пашей, и я женю тебя на ком-нибудь другом. Владимир Стержаков и Лариса Удовиченко в фильме «Возвращение блудного мужа». В воскресенье на ТВ Рус.